Ось на гэтую платформу приходзіць моя электрычка Баранавічы Брэст. І я іду на свае кожную нядзельную акцыю. І так з 12 жнівня. 63-гадовую Алену Гнаўк у Берасці называюць мясцовую Нінаю Багінскаю. Жыве жанчына за 100 кіламетраў ад абласнога цэнтру, але не прапускае аніводныя акцыі. Першы раз яе затрымалі 4 кастрычніка, калі на гэтым скрыжаванні на калону мірных пратэстоўцаў наляцеў АМАП. Вы ведаеце, я стаю, і мне і боль, і разочараванне. Я думаю, да колькі ж мы будзем бегаць? Да што ж яны робяць? І я не ведаю, чи як нейкая сіла мяне штурхнула пад гэты бусік. І я выскачыла насупраць гэтых амонаўцаў, падняла два пальцы, сказала, крыкнула: «Да жыве Беларусь!» Месца традыцыйнага збору перад мірнымі маршамі ў Берасці – кінатэатр «Беларусь», што месціцца на пешаходнай вуліцы Савецкай. На кожным скрыжаванні, колькі тут ёсць, былі гэтыя затрыманні. 8 разоў. Вось мы зараз на гэтым месцы, дзе мне затрымлівалі 3 разы. Апошні раз пенсіянерку падхапілі адразу 9 невядомых у балаклавах. Вось гэтае месца, куды прыязджала машына. Нашая гераіня вымушаная заўсёды мець з сабою рэчы на выпадак затрымання. Як правіла, 2 яблыкі на всякі, каб штосьці было пажаваць, бутэлечка з вадою, стаканчык і рушнічок. Вось гэты рушнічок, ён быў усе 11 раз, калі мяне затрымлівалі. Уже, так сказаць, гісторія. Вось. Канешне, у нядзелю гэта другія рэчы, дабаўляецца крышку. Таму што шансаў быць затрыманым, яно крышку болей. За адстойванне ўласных правоў Алена Гнаўк прыцягвалася да адказнасці 11 разоў. Дзень памяці Бондаренка, дзе я получила двайное наказанне. За малітву мне далі 3 сутак і 50 базовых велічын. Вот это 15 сутак, вот это снова 15 сутак. Па пратаколах пенсіянерка адсядзела 32 дні. Шмат сотняў заставалася ў СІЗА проста ў чаканні судоў, а штрафаў атрымала на 120 базавых велічыняў. На сённяшні дзень у мяне засталася 50 базавых велічын. Ну, гэта ўжо будзе вылічваць ўжо з пенсіі. Цяпер жа спадарыня Алена падазраваная ў крымінальнай справе за перакрыццё скрыжавання ў Берасці. Суды ўжо распачаліся. Значыць, будзе суд яшчэ над адной дзясяткай, я ўжо іду в трэці заход. Ну, я засмеялася, я гавару: «Ну, хлопцы, я гавару, да гэтага часу, дык мы нашага нелегітымнага дык сальём». Дык ён стопу расставту, следчы, не ведаю, што тут гаварыць. Пенсіянерка ад імя беларускага народу прапанавала прадстаўнікам сістэмы пакаяцца або рыхтавацца да Гаагі. Некаторы прышлі ответы, в том числе, што они оставляют без движения, а некоторые переслали эти мои бумаги в Ленинское РОВД города Бреста. Правоабаронцы комментуют эту ситуацию наступным чином. Присуды треба обскарживать каждый раз, каб после перамоги можно было притягнуть до отказности виноватых у перевышении своих полномочий до международных судов дойти. Мы ведаем, что это долго, но разумеем, что это вельми дейно будет. То улады гэтага боятся. 3 гадзіны у электравіку до Берасці і назад для Алены Гнаўк давно ўжо сталі звыклою справою. Ну, хтось ж сябры мае павінен выходзіць. Хтось павінен паказаць, што ён не баіцца ні ўлады, не баіцца затрыманняў, што мы ёсць і мы не згодныя. Мінчука Дмітрыя Григор'єва за апошнія месяцы затрымлівалі двойчы. Першы раз гэта здарылася 9 жніўня. Вот они за мной бегут. Это моя подруга снимается. Она тоже наблюдатель была.
у меня уже, я уже был на кресте, но у меня сестра была там, в центре. Я был задержан, меня подержали в окресте на 5 суток, без какого-то суда. Другий раз Дмитрий трапил за краты напередодні Нового года. На моем месте мог абсолютно любой человек оказаться. Я шел из своего дома по направлению в магазин «Евроопт», есть такой у нас в Чижовке, и просто по дороге я увидел 3 микроавтобуса, машины ГАИ и автозак. Дмитрий был затриманы, где отримал 17 сотню арешту, нібы за удел у районном мирном марше и неподпорядкование представникам милиции. Первые дни он провел у сумновядомом изоляторе на Окрестина. После Дмитрия перевезли у Жодина. Единственное, что у нас был один человек, который такой мелкий воришка, который, в общем-то, не первый год и не первый раз попадает, и он очень страдал. Чтобы вот так вот плохо относились, не давали ни сидеть, ни лежать, ничего. В камере ничего не было, ни передач, не было такого никогда. У камеры затриманных чакали корыстные несподеванки. А этот парень сразу начал искать нычки. И оказывается, там было много всего. А наверху, там, где обычно прячут сигареты, это вот дверь, где находится, и там небольшие такие вентиляционные проемы. В этих проемах часто прячут сигареты. Мы нашли там 3 запакованных зубных щетки. А за батареей мы нашли запакованные хлебцы. На память зубная щетка. И у меня осталось. Обувь я не шнуровал, так мне и хожу, если недалеко иду. Она у меня вот так тоже на память остается. Передачу ж Дмитрий отримал только на 10-й день зняволення. Ну, той самый пакет, в котором мне передали вещи, в общем-то, здесь была единственная первая передача. Передачи, они совершенно намеренно не выдавали каждый день, как они делали это всегда, последние несколько месяцев, а сейчас они вообще не выдают специально, чтобы это, ну, было жестче. Каб у нашей наступной героини не узникли додатковые проблемы, не называем ейного прозвища. Ганна студентка. Разом с сябровками ее затримали каля станции метро Малиновка. Забрали в субботу, 23 января, когда были цепи солидарности. Но на тот момент мы нигде не стояли, мы стояли возле входа в метро с девочками. Девчину покарали 15 сотнями арешту за удел у несанкционованном мероприемстве. 5 суток я провела на Окрестина и 10 суток на Жодина. С друзьями мы понимали, что, скорее всего, нас заберут, то есть у нас были какие-то предположения. Мы взяли с собой какие-то минимальные средства гигиены. А проч сродков гигиены вельми не ставало теплых речев. Мы спали в куртках, в ботинках. Уже вот когда меня перевели, мне моя подруга рассказывала, что у них забрали обувь, и они там в тапочках спали. У студені у изоляторах часового утримання перестали приймати передачи для арештованих. Подстава – нібито складаная епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Вот этот запрет на получение продуктовых передач, мы, правозащитники, считаем, что является незаконным, необоснованным и негуманным. Да? То есть, ну, давайте исходить из того, что в Беларуси не введен карантин, работают предприятия, веселительные заведения, заведения общепита, то есть это все открыто. Поэтому запрет передачи, целенаправленное ухудшение условий содержания, это все в совокупности создает жестокие, бесчеловечные и унижающие условия содержания и нарушает статью 25 Конституции Республики Беларусь. Ну, я не верю, что отмена передач чем-то поможет в борьбе с коронавирусом. Это, скорее всего, вот действительно политическое какое-то давление на людей, чтобы никогда не выходили и показательно карательно. У середине лютого изоляторы на Окрестина и у Жодине обновили прием передачи для покаранных административным арештом. Что правда, как и ранее, их принимают только раз на тыдень. Машина ехала в Столин из города и просто увидели меня, развернулись, подъехали. Никто не выходил из машины, просто открыли окошко и сказали присесть. Я попросила представиться, и сотрудники милиции просто выбежали, скрутили меня за руки и затолкали в машину. Одразу после выборов у Столине проходили мирные протестовые акции. Але гэтае затрымання адбылося далёка ад цэнтру, у дзень 11 жніўня, калі побач было спакойна і амаль бязлюдна. Я ехала вот
Как-то вот так вот всю дорогу сотрудник милиции держал мне руки. Хотя я говорила, что я не сопротивляюсь, ничего не делаю, отпустите меня. Он этого не сделал. Девчина переконанная, причиной затримания стала тишортка с надписом «Столен для життя». Когда мы ехали уже в РОВД, я была в машине, мне очень сильно кричали, что из-за таких, как я, братья в Пинске гибнут. Вот, когда я спросила из-за таких, из-за каких таких, ответили, что вот из-за тех, кто ходит в таких майках. Милиціянти потребовали зняти футболку, де погрожали порвати її просто на дівчині. Мені сказали, що якщо мене в ній ще раз зустрічать, ну, я буду оказуватися вновь і вновь в відділенні РОВД. Погрозами ж Оксану примусили увести пароль телефону і почали рупливо вивучати її приватну переписку. Была переписка с товарищем, который находился в Минске. Ну, я говорила, что в Стольне никто как бы не выходит, что я бы тоже вышла, если бы было бы минимум человек 100, потому что если выйдет 10 человек, нас всех заберут. Вот, поэтому я никуда не пойду. И, ну, я написала, что я поеду в Пинск. Но не уточнила, по какой причине, время, там, день, дату, ничего не такого. Менавіта гэта і стала подставою для складання протоколу поводле народного артикулу. Его отправили на суд. Судья посчитал, что этого протокола недостаточно, и отправили на доработку. Вот. И они решили этот протокол органа милиции перечеркнуть и просто составить новый за 14 число уже за мой выход на площадь. 14 жнівня дівчина сапраўды брала удзел у мірнай акції протесту. За гэта суд оштрафовал її на 25 базових величинів. Была выслана повестка на определенное число, а осудили за день до этого. Вот. И я обжаловала, постановление отменили, отправили на новое рассмотрение новому судье. И тот судья также выписал штраф 25 базовых. Покинул постанову без изменов и областный суд. Тады Оксана штраф сплатила, а вот телефон довелось набывать новый. По первому протоколу меня вызвали в РОВД, чтобы отдать мне мой телефон. Там я его включить не смогла уже после экспертизы. Вот. И поставила на зарядку, думала, он подзарядится, я его включу. Но он не включился. И сразу же, я сказала, я его забирать не буду под расписку. И сразу же его арестовали. Спробы включить телефон Оксана сняла на видео. А на деятельность милиции написала скарги во все высшие инстанции. Я написала расписку о том, что телефон находится в нерабочем состоянии, чтобы разобрались, кто виноват в поломке и в дальнейшем вот наказали человека, который виновен. У отказах же Оксану обвинователи у хлусни. Мауляв, никто ее не затримливал, мауляв, сама захотела побыть несколько лишних годин у отделении, а так само попередили про административную отказность за поклеп. Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, да Аксаны Дабрыяніц прыйшлі з ператрусам. Забралі тышортку «Столен для жыцця» і новы телефон. Але рашучасці не знішчылі. І сейчас у меня есть еще две возможности обжаловать решение суда, по которому меня признали виновной. Вот, я буду это делать, я останавливаться не собираюсь. Ці мае права міліцыя чытаць прыватную перапіску? Ці можна не называць пароль ад мабільнага телефону, ды што пры гэтым казаць? Доведаемся у нашей наступной рубрицы «Ведай свои правы». Поводле 28-го артыкулу Конституции нашей краины, кожны мае право на оборону от незаконного вмешания у ягоное особистое життё. У тым лику от замаху на таямницу особистой корреспонденции, телефонных да інших поведомлений на гонор и годность. Ці бароніць гэты артыкул ад патрабавання ў міліцыі паказаць інфармацыю ў прыватным мабільным тэлефоне, мы паразмаўлялі з адмыслоўцаю. Ці можа міліцыя патрабаваць у затрыманага паказаць ягоны тэлефон? Чалавек должен представляць, што не ў любого, не ў мяне з вами, не ў каго, не могуць просто вот у нас вызваць міліцыю і сказаць, дай тэлефон, мы должны пасмотрець. Обязательно этот человек уже должен проходить по конкретному, ну, обвинению, это уголовное такое, да, по конкретному обвинению в конкретном правонарушении, что будет указано в протоколе. Как оформляется процедура огляду телефона? Если это осмотр, то тогда составляется либо протокол просто без понятия,
да? Либо протокол, либо делается запись о том, что вещи осмотрены. Но вот это процессуальное действие осмотр, оно предполагает внешний осмотр. Тимая право милициант узломать запароленный телефон. Чтобы залезть внутрь телефона, если человек не дает такое право, то тогда возможно назначение какой-то экспертизы с обоснованием почему, для чего, в связи с чем человек считает это должностное лицо, надо проводить такое действие. Ці магчыма асабіста прысутнічаць падчас гэткай экспертызы? Да, ходатайство, конечно, надо указать, что я прошу, чтобы, так сказать, меня пригласили для участия в экспертизе. Потом человек же должен ознакомлен быть с вынесенным таким постановлением о назначении экспертизы. Надо писать заявление и надо ставить вопрос о том, чтобы он присутствовал при проведении такой экспертизы. Калі ты сам дозволил залезть в телефон, бо не ведал, что можно отмовиться, ці мае сэнс патрабаваць аднаўлення своих правов? То есть дал — это твое решение. Но другое дело, что если в отношении человека применялись незаконные методы воздействия, то такие доказательства считаются не имеющими силы. Калі досяг до прилада отбылся под тиском, что робить? Любое действие лица, ведущего административный процесс, может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу, ну это условно говоря начальнику милиции, положим, в прокуратуру или в суд. Каким образом потом доказать, что кто-то к тебе применял насилие, что тебя заставили? Все это очень сложно, особенно если ты не сильно, повторяю, гибко владеешь своими даже правами или знанием административного кодекса в этой части. Что робить, коли приватная переписка была опубликованная або передаденная третьим особам? Безусловно, данные, которые стали известны в рамках производства по делу административному и уголовному, не могут быть переданы третьим. Правильно обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы проверили нарушение прав, возбудили дело в отношении лиц, которые, так сказать, допустили такое. Подсумуем. Милиция не имеет права потребовать показать, что смещает телефон, без выставленного обвинувачения и докладного тлумачения причин. Огляд телефона повинен проходить под протокол, и это может быть только вонковый огляд. Каб прагледзець змест, прызначаецца экспертыза. Калі ўваход у прыладу адбыўся пад ціскам, гэта абавязкова трэба абскарджваць. Пішыце нам на адрас. Глядзіце нас на старонцы belsat.eu. А таксама заходзьце на нашу старонку на Facebook ды ў іншых сацыяльных сетках. Дасылайце відэа і фота, што сведчаць пра парушэнне правоў чалавека. Нам блізкія вашыя справы.